Світлана Чуба, прес-секретар Миколаївського регіонального управління Приватбанку. Фахівець обслуговування клієнтів. У банківській сфері працює 13 років. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Одразу люди, коли почули, що буде введений воєнний стан, всі запанікували, всі почали думати, що робити з грошима, чи заморозять депозити, чи не заморозять, чи можна буде зняти ту чи іншу готівку. Давайте поговоримо на цю тему. І, мабуть, найперше, це от всі побігли до банкоматів. Взагалі, чи працюватимуть банкомати от з 9 години ранку? Прежде всего, хотим успокоить наших клиентов. Введение военного положения не повлияет на работу банка. Все операции доступны будут, все банковские операции будут доступны как в отделениях, так и во всех дистанционных каналах. То есть это Приват-24 для физических лиц, Приват-24 для бизнеса, это банкоматы, терминалы самообслуживания, то есть банк будет продолжать работу в штатном режиме. Кроме того, банк будет обеспечивать бесперебойное проведение платежей и инкассации. То есть банкоматы будут работать, ограничений на снятие наличных с карт не будет. А працювати так само буде в звичному режимі? Чи, можливо, буде якийсь також комендантський година, чи як там, коли можна буде знімати, коли не можна буде? Так само онлайн 24 буде цілодобово? Ну, Приват-24, інтернет 24, да, що він доступен нашим клієнтам 24 часа в сутки, поэтому независимо от дня, от времени суток, можна буде совершить операції, які самі популярні. Это перевод денег с карты на карту, оплата коммунальных услуг, пополнение счета мобильных телефонов. Ну, все операції, які раніше совершали, в тих сумах, які совершали раніше наші клієнти, вони будуть доступні і зараз. Цікавиться також питанням, чи не заморозять депозити? Что будет с этими грошами? Что касается депозитных вкладов, здесь также с введением военного положения не будет никаких ограничений. То есть депозитный вклад можно расторгнуть согласно условиям, которые предусмотрены договором. По истечению срока действия клиент получает основную сумму и проценты. А вот если условием договора предусмотрено досрочное расторжение, тогда клиент получает основную сумму вклада, но здесь частично он теряет начисленные проценты, но это не введение, то есть эти условия действовали всегда, и при оформлении депозита клиент об этом уведомляется. То есть в обычном режиме клиент получает по окончанию срока действия сумму и проценты, если досрочное расторжение, получает сумму и частично начисленные проценты за период, за который пользовался, был депозит. Можливо, размещен банки. Так прогнозувати, що варто робити от зараз в такому тривожному нашому воєнному стані? Ну, прежде всего, не нужно паниковать. Всю информацию, которая о работе банка, нужно узнавать не основываясь на сплетнях, домыслах, а прежде всего из официальных каналов. То есть есть официальный сайт банка, есть пресс-служба, да, есть отделение банка, есть телефон клиентской поддержки, это 3700, где всю достоверную информацию о работе банка можно узнать, уточнить. Я знаю, что сейчас очень активизировались шахраи. Чи правда це? І взагалі, які є маніпуляції, можливо, правила, яким варто скористуватися? Мошенники, да, всегда у них появляются новые схемы, и люди, к сожалению, на эти схемы ведутся, но чтобы не попасть на уловки, нужно несколько правил действительно соблюдать. Первое – не сообщать персональные данные по своим картам. То есть это пин-код к карте, это номер карты, срок действия карты, CVV-код. Это код на обратной стороне карты. Кроме того, в телефонном режиме, если звонить и представлять сотрудникам Приватбанка, любого банка, сотрудникам службы безопасности просят назвать какую-либо информацию, мы также не сообщаем, поскольку сотрудники банка никогда не звонят с целью выяснить персональную информацию. Кроме того, в телефонном режиме не совершают никакие банковские операции. Допустим, обычно звонят сотрудники, говорят, что вы знаете, вашу карту заблокируют, либо там лимит обнулят, воспользоваться вы не сможете, поэтому для этого нужно совершить ту или иную операцию. И в телефонном режиме подводят клиента к банкомату и с помощью, так, при этом в банкомате заставляют клиента перейти, ну, клиентов, которые, так скажем, не очень опытны в этом вопросе, заставляют перейти, допустим, на английский язык, чтобы клиент не понимал, uh-huh. что он делает, и таким образом переводят деньги с карты на карту. То есть основные правила – не сообщать информацию,
информацию в телефонном режиме, даже если это обычно мошенники используют какой-то страх, да, клиента, карту заблокируют, снять деньги не сможете, там, допустим, по карте пенсионных выплат, зарплатных выплат. Ну, мабуть, потрібно знати, що в той людини чи іншої є гроші. Якщо в мене, наприклад, немає грошей на карті, то навіть якщо мені зателефонують. Ну, дуже часто вони дзвонять наобум, тобто не знаю, якщо обычно представляють сотрудниками Приватбанка, тому що розуміють, 80% населення карта Приватбанка є. Поэтому наобум звонять і пытаются выяснить уже в, так скажем, люди, звонившие, мошенники, они очень хорошие психологи. Поэтому в разговоре вы даже называете, можете назвать, конечно, не сумму, а то, что у вас есть, да, карта этого банка, о том, что да, у вас есть там деньги, при этом даже не заметив на том, что вы это уже назвали. При этом мошенники очень часто используют банковскую терминологию. Они очень, так скажем, в разговоре деликатны, да, поэтому не возникает у клиента и у человека даже сомнений, что это банковский сотрудник. Зрозуміло. А є ще версії про те, що якщо приходить якесь певне повідомлення на телефон, і якщо відповісти на це повідомлення, або навіть його просто прочитати, то вже даєш доступ до своєї карти. Чи правда це, чи це міф? Фейкова, може, інформація. Если просто прочитаете, естественно, ничего не будет, но обычно есть такие смс-сообщения, в которых написано, что вашу карту будет заблокована, перезвонить за номером. Указан номер телефона, об этом номер телефона с кодом 044, но телефон может всегда меняться. Но первое, это перезванивать по этому телефону не нужно. Если у вас все-таки сомнения и тревога, то вам нужно перезвонить по телефону 3700. То есть это если клиентская поддержка Приватбанка. Если у вас карта другого банка, соответственно, на клиентскую поддержку того банка, карта которой у вас открыта. И уточнить уже информацию там, на клиентской поддержке банка, не по этому телефону, который указан в смс-сообщении. Коли телефонуєш, вже повинні бути якісь певні дані, так? Тобто я ж не можу сказати, що я от клієнт банка, назвати номер і все. Мені потрібно ще підготувати. Які документи можливо? На клієнтську підтримку? Так. Ні, на клієнтську підтримку, якщо будете дзвонити зі свого телефону, тобто, який, да, от в банку у вас вже вибачає. Так, вся інформація є, тому сотрудники вас проконсультують. Не потрібно ніякого. А якщо немає доступу до свого номера телефону? Ні доступу к телефону? Так, можливо, в когось там от. Прийшло повідомлення, а позателефонували, а тут не може перезвонити людина. Не може. Ну, акцентую увагу, що... Можна зателефонувати також, запитати інформацію таку? Якщо спросити, спросити можна, желательно, звісно, дзвонити з телефону свого, тому що вже з свого телефону, який підтверджен в банку, вся інформація вже є, відповідно, сотрудник може проконсультувати. Ну, уточню ще, що телефон 3700 – це телефон безплатний, з мобільного теж безплатний, і він круглосуточний, там сотрудники працюють посмінно, тому навіть ночі не відповідають на ваші питання. Ну, есть также отделение банка. Если вдруг не хотите звонить, подходите к отделению банка, у сотрудника уточняете уже лично. Более около, чи тільки там, де оформлено? Любое отделение. Любое, которое видите вот по пути. Добре, дякую вам за таку корисну інформацію. Сподіваюся, що наші глядачі не будуть впадати в паніку, не будуть одразу знімати всі гроші, які в них є, а будуть керуватися здоровим глуздом. Або якщо навіть знімати гроші, то це якась важлива причина. Сподіваємося, що таких сильно важливих, лише хіба ще приємні причини там купувати якесь авто або квартиру і так далі. Дякую вам за корисну інформацію. Нагадую, що в нашій студії була Світлана Чуб, прес-секретар Миколаївського регіонального управління Приватбанку.